Здравствуйте, уважаемые друзья! Это видео такого административного характера. Дело в том, что завтра я улетаю навещать родню в Питере, и не только в Питере. Соответственно, мы делаем паузу примерно на 3 недели. Я возвращаюсь обратно в Канаду в конце августа. И в течение своего отпуска, в принципе, я ничего особенно делать не планирую в плане видео о Канаде. Ну, разве что, может быть, сделаю видео какое-нибудь наблюдение, что бросилось в глаза сразу по приезду. Это будет первая моя поездка за 3 с хвостиком года в Россию. И, наверное, у меня будут какие-то наблюдения, которые мне бросятся в глаза. Собственно, на этом я с вами прощаюсь. Не переживайте, я никуда не пропадаю, просто у меня отпуск. Отпуск примерно на... Точнее, не примерно получается, а отпуск на 3 недели. На этом я с вами прощаюсь. Желаю вам хорошо провести эти каникулы, оставшееся лето. Всего хорошего и до свидания.